Привет-привет. Я на чуть-чуть доделать и убежать. Уже основная часть прошла. Надо было отбежать. Так что несколько минут. Все. Нет, мне нечего сохранять. Он будет несколько минут. Все. Все, главное, что у меня дома теперь нет большой Милки. Yeah, it's grape, yeah, you're right. It was, I mean, X from this end. Привет. Да ничего там не было интересно. Вчера тоже был. Я просто они мне написала, чтобы люди там совсем не подумали, что я ёбнулся. Они же вообще не в курсе всех продуктов моих. Я ж так стараюсь не шокировать. Поэтому обычно пишу не до конца про еду. А то у них... Понятки в голове. Я даже телефон перевернул, что ж вопрос. Использую, блядь. Что мне еще использую? Тест не использую, гормон использую. Че вы думаете, мне так льет-то? Гормон в том числе новый. Ансамона нет. Вот. Приходится делать, что есть. На сегодня-то. Блядь. Ну хотя бы 100. Perfect line. Сейчас. Был форматропин, его никому не советую. Он пиздец льет. А само оно нет. Я-то что, блядь, я тут при чем? Скажите тем, кто башни здесь строил. Я не ем красное мясо. Не ем ни говядину, ни свинину, приветик. Ну что, я вчера полкило шоколада заточила, а сегодня заебись. И не стыдно тебе, вот, да? В смысле, а только это и способствует жиросжиганию. Шоколад? Конечно. Что-то мило. Я мне такое сказал. Что-то мило. Ну ты же не считаешь нихера. Ну я не... Тебя это не помогает, не по тебе не поможет. А когда считаешь, помогаешь. Люди ленивые. А? Люди ленивые. Здесь не про меня. А? Че? Не про меня. Ну ты тоже ленивый, раз не считаешь. То есть, значит, занимаешься? А нахуй заниматься, если не знаешь, сколько калорий ты ешь.
Все эти тренировки бессмысленны, без подсчета. Очень. Поэтому люди некоторые годами прогрессируют, а люди некоторые стоят, блядь, на одном месте, не меняясь. Надо научиться. Попробуй сегодня прошлый. Давай. Вот видишь, как я тебя пнула. У меня сегодня такое настроение просто. Агрессивно, энергии много. Я ебу, что ли? Я что, блядь, эндокринолог? Понятия не имею. Не использую подобные препараты. Зачем тебе? Зачем тебе? Привет. Я зато, я просто не изучал особо, я знаю, что про то, чтобы есть и пахать, а дальше я не давался. В любом случае, это низкие угли, низкая калорийность, а посему, значит, я уже не против. А схем миллион. Ну, спасибо. Да, по берегу. Накопить, заработать, купить. Что я вообще советую вам? Из морально-этических соображений. Ребят, у меня три препарата. Я не пробовала больше ничего. Они всегда одинаковые. В одинаковых дозировках. Я сдаю до начала, ну и в конце, может. Курс у меня 12 недель. 7 кардио. Когда я разлюблю еду, буду меньше. Привет. А, да? Ок. Она тоже так-то булочек 6-1. До Нового года все съехал на среду. Ну, 6 дней по 200 углей.
один день там 700, где-то так. Вот что-то мило будет, как он выходит. Здрасте. Да. Вот, обычно. Спасибо. А я же работаю, блин. Как бы у меня теперь нет дней, суббота. Нет, вообще похуй вообще. То есть нет дня, когда я выспалась, блядь, никуда не пошла. Нету меньше людей, больше людей. Одинаково, блядь, по нагрузке, поэтому уже хуй класть. Абсолютно. Из-за этого, конечно, тяжеловато. Пожалуйста. Нет того, что ждешь. А так? Ну, может... Нет, на самом деле, в пятницу как-то поприкольнее. А то, если я буду в день ног жрать, у меня жопа вообще вырастет, блядь, на 5 километров. Ну вот шоколад не лучший вариант. Жиров много. Но зато сразу как наркотик. Я не знаю, я не пью. Не верю. Но если вы искренне в это верите, якобы помогает. Проверяйте, смотрите. Можно плацебо выйдите. Не знаю, я не пью. Да, пиздец, ноги уже выросли из-за того, что я что-то в среду начала жрать. В этом плане у меня тело отзывается. Поэтому, конечно, лучше между спиной и плечами, потому в пятницу ночью. Какие витамины? А, для суставов? Не знаю, понятия не имею. Еду есть сбалансированную. Больше ничего не посоветую. Холодец. Желе. Ой, пиздец. Придется тебе салфетка. Только я сейчас салфетку. Да. Ну вот как. Как с ним быть? Я не знаю. Они, наверное, думают, что я свинья. А я нет. Вот так. Ничего страшного. Это рожа, да? Вот поэтому я говорю, отек, блядь, это не панацея. Организм получил шоколад. И скоро он мне скажет спасибо. А если не скажет, то придется просто день не заниматься. Значит, перегруз такой, что... Как бы мышцы все в порядке, сало все горит. Ну, как тебе сказать? Огромная я, огромная.
но избавляться от гликогена и воды имеет смысл лишь за 4 недели. Заниматься правильно, периодизацию выстраивать, искать хорошего тренера. Ищите.